Врачи Атланты. Новый стрит-арт появился на стенах еврейской больницы. Он посвящен подвигу медиков, которые спасают мир от пандемии COVID-19. Автор идеи Алексей Шкурат рассказал, что мурал – это сочетание одесской культуры и ценности труда врачей в одном проекте. Территория еврейской больницы была выбрана не случайно. Именно здесь расположены два отделения для пациентов с коронавирусной болезнью. Я подумал, Одесса, что-то одесское, в поддержку врачей. И начал листать, какие есть памятники, и наткнулся на наших одесских атлантов. Я и до этого как бы знал, что они есть. И пришла идея сделать так, чтобы атланты превратились в врачей, да, то есть врачи-атланты. Эскиз разрабатывала Августина Землянская. Вот это моя подружка, хорошая художница, великолепная, на планшете изобразила такой эскиз. Для оформления мурала художники используют экологически чистые краски, а после завершения картины работа в стиле стрит-арт будет покрыта лаком, который защитит ее от ветра и дождя. Это не последний проект художников. В планах создать совместную работу с Лесей Вербой и продолжить украшать больницы города. И мне хочется как-то добавить больше яркости, больше красок. И неважно, в принципе, это будет социальный проект или это будет просто для меня, для нашей студии, для людей. Просто хочется дать какую-то радость, какое-то счастье, улыбку подарить.